Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст, и сегодня у нас Moral Stack Wars. Как вы можете увидеть, я не с своего аккаунта, а с аккаунта своего подписчика и бывшего соклановца, это Noise Suppressor. У него сегодня день рождения, и таким образом я его одновременно поздравлю, и он подготовил для нас контент в виде 60 красных звезд. То есть большое будет такое, очень большое, я бы сказал, открытие. Я не знаю, сколько он копил, либо донатил, этот вопрос я не уточняю, он не уточнял у него. Успел посмотреть уже, какие у него персонажи есть. В принципе, конечно, по красным звездам у него, в принципе, все очень неплохо, как вы можете увидеть. То есть тут есть большое количество звезд на сильных именно персонажей. То есть Железный Кулак, Мисс Марвел, Боевая Машина. Ну, конечно, Вдова сейчас не такая актуальная. То есть много каких героев у него заряжены. Давайте посмотрим, что мы можем вообще, в принципе, ему открыть. Конечно, прям открытие будет плотное. Нужно еще успеть по времени, потому что немножко я задержался. Давайте начинать. Так, первый у нас, получается, пробный был. Надеюсь, конечно, выбью что-нибудь интересное ему, потому что, конечно, если вот такие вот персонажи будут падать по одной звезды, конечно, это будет провальное открытие, но сфер 60 штук, то есть, конечно, шансы выбить что-то дельное. Они, вот, первое, что интересное, 4 звезды, получается, улучшили мы, соответственно, АИМ сейчас набирает обороты, поэтому на перспективу почему нет. Так, еще у нас один из АИМа. Конечно, в идеале бы набирать больше 4 звезд, то есть, что больше 4 уже актуально, потому что, что меньше 3, соответственно, силу мало прибавляет, уже от 4 можно как-то играть, то есть, можно прокачивать персонажей. Так, Колсон, посмотрим, есть ли. Так, дубликат. Да, конечно, много сейчас персонажей подобавляли, и, соответственно, кого-то нужно выбить очень тяжело. То есть, ну, видите, много дубликатов. То есть, если кто давно играет, а Noise Suppressor он давно играет, соответственно, как-то удивить именно уже будет тяжеловато. То есть, удивить как можно? Выбить 5 звезд, либо больше. Вот это да, будет такое удивление, я бы сказал. Так, что-то более так интересное. Это нет, к сожалению. Но пока ничего интересного не выбили, кроме 4 звезд на исследовательство АИМ. Так, опустошитель. Так, интересно. Так, пока ничего дельного не выбили. Хочется, конечно, что-то побольше убивать. Именно по количеству звезд. Но у нас уже, получается, одна элитная есть. Я думаю, прям элитных, наверное, парочку мы точно завезем. Может быть, даже 3. Посмотрим, конечно, как что будет прокать. Но пока мы получили только исследовательство, получается, АИМ на 4 звезды. Так, медик на 3. Ну, все, что говорю, все, что ниже 4, мне это, в принципе, не интересно. Это раньше было интересно, получается, когда только вели эти звезды, там, получается, любая, там, 2-3, ты думаешь, блин, как повезло, там, допустим, 2 звезды выбил на еноты, и ты уже думаешь, вот это да, вот что интересное. 4 Дэдпул. Ну, получается, апнули мы Дэдпула, у него буян, я, получается, видел, там, так, еще что-то интересное, 4. Так, это дубликат. А буян у него точно были, потому что была Мисс Марвел прокачана. Так, 3 Танос. Пока, в принципе, так, еще 4. Доктор Стрэндж. Ну, не знаю, сверхъестественно качает он или нет, но на перспективу почему нет. То есть, в принципе, актуальный герой. Сейчас на данный момент, конечно. Но если ты рассчитываешь на пак сверхъестественное, в первую очередь, конечно. Так, существо. Так, еще один Танос. Но пока так. Ну, я бы не сказал, что прям что-то крутое, особенно в случае, что мы уже сферну прям реально много открыли. Получается, половину мы уже больше половины открыли. 3 героя только пока выбили на 4 звезды. Но, конечно, не знаю. Вот сейчас, честно говоря, каждый раз, когда открываешь эти сферы, я уже даже не радуюсь этим сферам, потому что знаю, что ну шанс что-то выбить прям крутое, прям, ну, очень маленький шанс. И вот, в принципе, это открытие сейчас проходит именно в таком вот цикле. То есть дубликат, 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 дубликат. Да. Пока не очень, честно говоря. Ну, не знаю, хочется, конечно, чтобы хоть пятерка выпала, что ли. 5 плюс там. Потому что 3 на 4, получается, героя. Это, конечно, мало для 60 красных сфер, я лично так считаю. Так, ну одни дубликаты. Ну, 3 мы точно уже, получается, получим элитные звезды, то есть еще наберем, получается, минимум 4 звезды.
Да, после такого мне прям, наверное, больше не дадут открывать сферы. Скажут нет. Ну, хотя, если учесть, что у меня даже ни одной семи красной звезды еще нет. И, по-моему, 6 персонаж, по-моему, один у меня, насколько я помню. Может, два. Не знаю, вот, честно говоря, убрали бы они вот эту, не знаю, одну звезду красную, либо две тоже поубирали бы. Вот такой, не знаю, шар бы сделали еще меньше их, потому что, ну, люди, которые давно играют, у них этих звезд уже просто этих дубликатов завались. И тем более сделали магазин, где можно купить себе по-любому по одной звезды, по две. Так, три звезды. Вар-машина. Вар-машина у него на 6 звезд, поэтому это ни о чем, соответственно. Три Дэдпул, мы уже 4 выбили. Да, открытие, конечно, честно говоря, не самое классное, особенно на день рождения. Я думаю, тут ожидал что-то прям эпическое такое. Не знаю, посмотрим, может, разработчики нас порадуют. Но пока вот таким открытием они только демотивируют вообще открывать такие звезды. Так, пока мы что получили? Ну, я прям, честно скажу, пока не очень. Дэдпул может быть, но это тоже такой прям посредственный герой, честно говоря. В том плане, что можно было что-то поинтереснее выбить. Но пока, к сожалению, ничего не выбил интересного. Ну и последняя звезда, может, разработчики порадуют нас чем-то? Да. Блин, открыл, конечно, эпичное. Но у нас еще получается три. Так, завербуем мы все это дело в конце, так думаю. Получается, что у нас есть? У нас есть три минимум. Так, какой тут шанс вообще выпадения? Давайте посмотрим. 75% у нас есть шанс 22% выбить хотя бы пятизвездочного. Ну, с трех может быть хотя бы. Ну, будем надеяться, не знаю, хотя бы на 6 хотя бы. Ну, 5, конечно, это тоже. Так, это минимум, наверное, 4, да. И тем более еще дубликат. Ну. Так, пятерочку мы выбили, кстати, Шури. Блин, это дубликат даже на Шури, ну, блин. Так, а мы, кстати, не получим, скорее всего. Может, получим, не знаю. Тогда 5 мы точно выбили. Давайте последнюю посмотрим. Так, Железный Человек. Красная Звезда. Ну, да, конечно, открыл я прям. Я бы не сказал, что прям вообще круто, потому что открыл, ну, посредственно, реально посредственно открыл. И не хватает, к сожалению. Да. Ну и что по итогу мы получили? Давайте посмотрим вообще, насколько актуальны эти персонажи для него именно. Давайте посмотрим. Так, Железный Человек. У него 13 категория, 52 тысячи. 60 апнули. Ну так, получается, Железным Человеком он будет рад. То есть это как минимум уже хорошо, потому что, как видите, у него вкачан этот герой. То есть он использует их в костюмах, соответственно, этот герой ему пригодился. То есть не зря, получается, мы выбили. Давайте дальше посмотрим. Так, Доктор Стрэндж у него на 39 тысяч прокачан. На 11 категории. В принципе, он его прокачивает. Соответственно, этот герой ему явно не будет не лишний. Так, этот пул 11 категория. 47 тысяч, но он тоже, вот, получается, прокачивал. Соответственно, лишним не будет. Только им. Походу, Наим тоже начал прокачивать. Но пока из всего, что мы выбили, получается, по итогу только Железный Человек ему пригодился, потому что призрачный гонщик тут вообще его не качал, соответственно, ему это не нужно было. Ну и Псайлок тоже. Да, открыл, конечно, не очень хорошо, но что сделать. Надеюсь, он хотя бы будет Железному Человеку рад, потому что он ему, очевидно, заходил. Тем более, надо, можно посмотреть, насколько у него костюмы вкачаны. Да, у него костюмы прокачаны, соответственно, Железный Человек будет актуален. Лучше бы, конечно, Сокол бы выполнил, но Сокол у него и так на 4 звезды, поэтому хоть какой-то буст он получил по аккаунту. Конечно, 60 красных звезд и 3 элитные открыли по итогу, конечно, много звезд, но рандом есть рандом. Надеюсь, он не очень обидится за это. Может, конечно, скажет, все равно бы лучше не открыл. Но все равно, получается, поздравляю его с днюхой, то есть Noise Suppressor, респект тебе, всех благ, не знаю, желаю счастья, успеха, благополучия всех возможных. И это, естественно, подписчики, надеюсь, тебя тоже в комментариях напишут тебе какие-нибудь поздравления. Так что ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи!